Концепция праздничного оформления городской среды разрабатывается в Рязани ежегодно. При выборе итогового варианта проводятся различные фокус-группы, по результатам которых принимается коллегиальное решение. С целью создания праздничной атмосферы в городе планируется оформление рекламных поверхностей, остановок общественного транспорта, билбордов, а также объемно-пространственных конструкций. В этом году организаторы ушли от темы городских зданий и сооружений. В центре внимания люди – молодые рязанские семьи. Перед празднованием Дня города в администрации Рязани прошла встреча с семьями, участвующими в проекте праздничного оформления города. Люди, отображающие на плакатах семейные ценности и преемственность поколений, рассказали, почему решили принять участие в проекте. Мы с плакатов будем поздравлять с днем рождения этими фотографиями наш любимый город. Дизайнер Николай Виноградов рассказал, что в основе концепции оформления города заложены три принципа – искренность, многовекторность и легкость. За основу взята была палитра российского триколора нашего, значит, в который, значит, вложили какие смыслы? Голубой – это душа, мечты, будущее, это лирика и, в общем-то, все тонкое, что нас окружает. Красный – это страсть, энергия, драйв. И историю, преемственность символизирует традиционный для Рязани охристый цвет. Для плакатов, которые уже украшают Рязань, были выбраны легкие образы. Один из кадров – семья на воздушном шаре – особенно символичен. В этом году городской клуб воздухоплавания отмечает 30-летие. Доброй традицией для города стал и летний праздник воздухоплавания «Небо России».